Добро пожаловать на просмотр видео по игре Пикап. Сегодня ночью разработчик выложил новый пост в своей группе, кстати, ссылка уже в описании. И в этом посте можно найти много чего нового. Вот, кстати, скриншот из этого поста. Что ж, первое, что бросаться в глаза, так, это гитара. Со слов разработчика, это не просто декорация, а целый реальный мини-симулятор гитары. Поэтому нас ждет что-то новое и интересное. Сама гитара оперта на три колеса. Я так и не смог понять, от какой они машины для пикапа, они слишком велики. Возможно, это шины для какой-то новой машины. Кстати, касаемо новой машины, вот же она на фоне за пригорком. И эта машина не что иное, как фургончик, который очень похож на RAV. Посмотрите сами. Он окрашен в голубой цвет серой полосой. Также можно разглядеть желтые противотуманки. Можно сделать вывод, что в игре теперь будет 4 средства передвижения. Это мотороллер, пикап, газ и RAV. Да еще и досуг в игре появится. Обновление обещает быть очень интересным. На этом новая информация подошла к концу. Рад, что вы посмотрели мой видос. Желаю всем удачи. Встретимся в следующем видео или на стриме.